Студия «Рисалат» представляет. Многосерийный художественный фильм. Хасан и Хусейн. Фильм повествует о жизни двух любимых внуков посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Хасана и Хусейна. Фильм также охватывает события, в основе которых лежат смуты и распри внутри исламского халифата, начало которым положило убийство третьего праведного халифа Усмана ибн Аффана. После его смерти возникает противостояние между сподвижниками, которые требуют от четвертого праведного халифа Али ибн Абу Талиба незамедлительной мести убийцам Усмана. Как вы охраняли правителя правоверных? Пропади все пропадом! Как вы допустили гибель Усмана? Как? О Аллах, я чист перед тобой от крови Усмана. О Аллах, я чист перед тобой от крови Усмана. О Аллах, прокляни всех, кто виновен в гибели Усмана. О Аллах, прокляни всех, кто виновен в гибели Усмана. После смерти Али его место занимает его сын Хасан, которому удается примирить две враждующие стороны мусульман. Как и предсказывал его дед, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Внук посланника Аллаха. Да благословит его Аллах и приветствует. Что, брат мой? Я хочу спросить у тебя. Спрашивай. Разве ваш посланник не сказал, что этот мир тюрьма для верующего и рай для неверующего? Да. Ты верующий, а я неверующий. Разве не так? Так почему же для тебя этот мир рай, ведь ты наслаждаешься в нем, а для меня он ад, так как меня погубило его зло и настигло его бедность? Послушай, еврей, как и сказал мой дедушка, печать всех пророков и посланников, этот мир тюрьма для верующего и рай для неверного. Если бы ты знал, что уготовлено для меня на том свете, ты бы понял, что для меня этот мир тюрьма. А если бы ты знал, какие мучения Аллах уготовил для тебя на том свете, ты бы понял, что этот мир для тебя – просторный рай. Не бедность ущемляет людей, а их неверие и безнравственность.